Чей подарок распаковываем первый? Вообще, на самом деле, тут не большинство подарков. Тут распаковку подарков только от меня, от Logitech и от Stream Alliance. А по факту почти все распаковано. Блин, от Вадима? Так, в смысле, вы же от Вадима уже видели, я же выкладывала. Короче, ну давайте первое, то, что попалось мне на глаза. Я, короче, купила духи. Вы знаете, что я обожаю. Это, кстати, пиздец, какие вкусные духи. Я когда их выложила, я не могла даже подумать, что они называются ебеней фуме. Сука. Блять, ну кто такое делает? Том Форд. У меня вопросы. Алло. Вы можете поменять название моих любимых теперь духов? Пожалуйста. Они называются ебени фуме. Фуме. Ладно. Короче, мне сказали, когда пришла выбирать духи, я думаю, блин, у меня Том Форд типа нету таких духов. Я такая думаю, блин, может, в английском получится там договориться, и у меня, ну, тут же цены, они дешевле, вот, на все в Дубае. И я думаю, ну, может, что-нибудь понравится все-таки, потому что в России хожу, мне вообще ничего не нравится, либо там половины нету, а там было все абсолютно, все ароматы Том Форда. И, короче, я говорю, I like wood, I like да, I like этот пачули, I like ветер, вот. И она такая, типа, о, I know, типа, what you want. Вот такая подносит мне вот этот вот. И там еще был аромат какой-то с ванилькой. Новый. Это вообще не ваниль. Вообще она какая-то была особенная. И когда я понюхала вот эти, ну, все-таки два не стала брать. Я думаю, блядь, ну охуеть, я прибалдела. Не-не-не, короче, не стала. И взяла только вот эти ебени фуме. Она мне сказала, что это какой-то новый аромат, бесподобный. Вот, так что возьмите его. Но она мне не стала описывать, что там, потому что я ее нихуя не пойму. Но мне бы интересно было бы почитать, что там. Ладно, потом. Короче, да. Но это вообще мужские, по идее, духи. Но я сказала, мне юнисекс мне нужны. Она такая, окей. Вот. Сама придурок. Нет, вы придурки все. Вы все придурки. Так, что дальше? Купилась. Я даже сама не видела еще до сих пор эту игрушку. Короче, купила игрушку Stonks. Там была полка с мемами. И там... Там была полка с мемами, и там были всякие доги, там был Боб Росс. Блин, я думала, Боб Росса взять или Стонкс. У меня было, типа, 90 на 10 в пользу Боб Росса, но я взяла Стонкс. Ну, так прокнуло, не знаю. Вот, там не было. Ну, короче, там не с Твича, но там все уже разобрали. Ну, плюс к Новому году. Я вообще Стонкса нашла где-то далеко-далеко, он там не главный был. Ну вот, что там, как его распаковать-то? Бу! Ждала стрим, чтобы тоже сказать, что тот Ирл в номере был охуенный. У вас всегда человые и ламповые ирлы получались. Спасибо. Делайте с Вади больше ирл-контента. На, больше, а потом привыкнете, еще вам разонравится. Не, мы будем вот так вот иногда, знаешь, как выстрелим, блять, и вот все по пизде пойдет, все будет лагать. Но мне тоже очень понравилось. Я прям такая после стрима заряженная была. А на следующий день я просыпаюсь, смотрю, короче, истории всех ребят, всех моих друзей, и начинаю плакать из-за того, что у меня не было новогоднего стола, пиздец. Я не знаю, я в Новый год такая счастливая была, что вроде бы все я постримила, с вами вечер провела, с Вадимом. Я потом начала плакать, короче, то, что это... ну, как будто бы от... С непривычки, потому что у меня нет новогоднего стола. Для меня самое главное — это соблюдать традиции, типа, я люблю вот это вот, загадывать желание, класть шампанское, там, поджигать вот это... листик, там, слушать Зеленского или Путина, есть шпроты, оливье, блять, я приеду в Киев вот сейчас на днях, я себе такой новогодний стол захуярю, отвечаю, я просто выделю целый день и, ну а чё, чем мне не Новый год, просто догоню упущенное, даже стрим могу сделать, не буду, потому что там, блять, нужно будет на полную концентрацию, а я буду в расфокусе, мне кажется, вот, да, я могу открыть уже этого Стонкса или нет? Смотрите. Прикольный. А что это за вообще серия или линейка игрушек с мемами? Я вообще никогда такого не видела. Он падает. Мужичок-то. Нифига. Теперь вы знаете, как выглядит Стонкс. Ну, кстати, довольно качественно. А у меня есть смайлик Стонкс. Блин, срочно добавьте смайлик Стонкс.
Блин, короче, в следующий раз в Дубай поеду, накуплю вам всяких штук таких и буду боксы создавать и вам все это рассылать подписчикам. Хотите? Ну, потому что прикольно. Этот больше в тему. Что там написано? Всем похуй. Сука. Блять! Да-да, нахуй говорить, если этого не будет 100%, вот нахуя, в смысле? Короче, вот такой вот у меня теперь стонкс. Я, правда, думала, что он приклеен, типа, вот к этой штуке. Блин, ну это очень круто, это прям я. То, что с камер. Да, мне кажется, это охуенный подарок на Новый год. Он у меня будет стоять на столе и напоминать, кто я такая. Купи золотые воды. А, точно. Вот это подарок от Stream Альянса. Я предполагаю, что там печеньки. С названием их всяких вот подрядчиков, коммерции. Так, открываем. Оп, ёбаный. Натаха, здорово, здорово, здорово. Ещё добавлю, что я вас очень сильно люблю. Вы с Вадим всегда поднимаете мне настроение своим вайбам. Хочется найти такую же вторую половинку и быть так, как вы, на одной волне. Меньше, чем три. Не, у нас весь Дубай на такой волне был. У нас так он офигенно прошел. Не знаю, все равно, несмотря на то, что мы его провели онли с Вадимом, ну, типа, мы же настраивались совершенно другое, расстроились. Сначала я его лечила, потом он меня лечил, я там с температурой под 40 лежала. Ну, ничего, нормально, нормально. Все равно, несмотря на это, мы дней 5, наверное, пролежали в номере, что-то немножко выходили в магазин, гуляли по набережке. Боже, мы были в такой прекрасной вилле, охуенной. Там, короче, она стоит прямо на берегу вот этого, не знаю, озера. Это озеро же? Это же искусственное, по идее, Пальм-Джамера, этот, который островок такой. Ну, это не остров считается. Там, короче, вот этот домик, и там сразу идет, короче, пляж, соседние дома. Боже, я никогда не ощущала себя так кайфово и так круто. Типа, я никогда не была на виллах, тем более на берегу озера. Было очень охуенно. Я не знаю, ты там идешь? Так тихо, шум прибоя, вот этот вид дубайских новостроек, все светится. И ребята там шашлычки делают. Блин, это так охуенно было, я не знаю. Какое кофе на вкус за 3200? Вкус кофе за 3200? Это что? Это что? Валя сказал, что вы на двоих кофе 3200 потратили? Не может быть такого. Стоит одно кофе 20 или 30 дирхам. Это 600 рублей в Старбаксе. А он наебал, наверное, да, потому что там мы не только же кофе брали, мы еще брали всякие вкусняшки. Это печеньки с названием Outplay. Это, наверное, их какое-то, их тотемное животное. Это лого печенька. Goose Gaming. Stream Alliance. И MVP. О, теперь у меня тоже есть MVP. В чате опять душа. Пишут кринж, всем похуй. Вот потом и спрашивают, почему ты такая закрытая. Соглы, соглы, Даш. Спасибо огромное тебе. Так, попробуем. А ну что, прошлогодняя, что ли? Ну, ну слушайте, ну, печенька клевая, а вот то, что сверху, я бы не стала есть. Да печеньки, они вообще служат хоть несколько лет, вообще с ними ничего не станет. Так что, это ж как пряники. Да, как имбирное печенье, короче. Прикольно, я потом поем. Так, дальше подарок от Logitech. Та-дам! Я уже просто открыла, но не стала до конца. Спасибо огромное, даже за 200 рублей. Да не, я даже не обращаю внимания, если честно. Это, короче, лампа. Logitech. Не, я Logitech обожаю. Кто на проводе? Алло? Алло? Нас рекламу подарили. Ой, блядь. Я готова их рекламировать. А, тут можно, короче, как и на батарейках, так и... А чё у меня батарейки в комплект не положили, суки? Мне вообще не западло вот так вот. Это же брендированная хуйня. Это прикольно. Сейчас будет нативочка, когда я буду распаковывать их девайсы. Они, кстати, представляете, вот все же знают, как выглядят наши магазины с техникой. Ты заходишь, ничего толком нет, какие-то старые там девайсы, непонятно, какие наушники, ну, все самое дешевое. Мы зашли просто в рандомный магазин с техникой по типу NVIDIA вот там, в Дубае. Там есть, блядь, все вплоть до стримдеков, там камлинки, всякие веб-камеры различные абсолютно, разный свет есть, все прям для стримеров. PS5 нету, к сожалению. Nintendo разного вида развешаны. Там подставки под них. Там все под плойку. Абсолютно все. Я даже не знала, что SSD продается. Он так прикольно выглядит для плойки 5. Всякие держатели для геймпадов там были. Очень необычно. Та-дам! 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 Та-дам!
Нихуя! Вау, 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 вау. Лол, лол, для. Вообще, это очень красиво выглядит. Позер ебаный, как всегда. Ну, в смысле, почему я не могу купить? Потому что мне это очень нравится, как выглядит. Тем... Он... Стучат. Плюс я, короче, решила коллекционировать еще, помимо старбаксовских кружек. И что, я еще что-то коллекционирую? Я забыла. Старбаксовские кружки я коллекционирую и... Что ж я коллекционирую? Ну, тумблеры. Ну, очки уже, кстати, очки нет. Очки дорого слишком уходят. Тут же еще воздух нет. Духи, во, духи, духи, старбаксовские тумблеры. Короче, я хочу теперь коллекционировать коллаборации брендов девайсов с играми. Потому что это тем более лимитки, и я хочу просто, чтобы они у меня были. Потом я показывала детям, говорила, вот, смотрите, это лимитированная коллекция коллаборации того-то, того-то. Ну, вот, короче, решила покупать лимитки. Но это вообще ненадолго, на самом деле. Это даже не нельзя назвать коллекцией, коллекционированием, а просто мне нравятся лимитированные коллекции. Вот, и коллаборации, я их обожаю. Тем более, когда это связано с играми. Вот. Я хотела недавно купить даже вот эту Logitech мышку, которая с киберпанком. А, Razer, да, они были? Не с Logitech, Razer. Да сука! Razer? Ну все, блядь, сука. Короче. Ну что это за красота такая? Ну, блин, без света вам показывать. У вас шум. Я, короче, ни на одно день рождения не попаду, ни на одну тусовочку. Короче, буду сейчас сидеть на ней. Ну, после стрима. Как с Беларусью. Уф. Мама, мама родная. Ебать, это сочетание золотого с синим. Вау. Еще беспроводные. Прикольно. Когда это все вместе? Не, когда это все вместе, это выглядит очень круто. Вот я вам потом соберу это все, сделаю фотку. Очень красиво. Блин, как же они умеют это все сделать? Лига Легенд. Это же уже не первые наушники, по-моему, у них с Лига Легенд. Там были, как у меня, вот эти тоже, да? И осталась мышка. Чего коробка только стоит? Но это не супер лайт. Да, это не супер лайт. Это просто G-Pro. G-Pro. О май. Сейчас это светится. А у меня не светится. А тут светится. Бля, это имба. Да, да. У меня ни G-Pro не светилось, по-моему. Ни это супер лайт не светилось. Сука. Да, оно тут будет светиться. Какое красивое. Нет, такое грех не прорекламить, я вам серьезно говорю. G-Pro светится, камень. Реально? Ё-моё. А, я его обратно просто сунула. Чё он такой коротенький? Ну, он выше. Это трон, да? Это мид? Это мид или трон? Шорт лонг, блядь. Нормально, скажите! Это на стену. Блин, он такой приятный, пиздец. Такой кайфовый. У меня же в Киеве такой же, только серый. Весь серый. Он вообще очень приятный. Правда, я не знаю, как он... Он мне не сравнится с поверхностью, которая у меня сейчас. Короче, все возвращались с чемоданами домой, а я возвращалась с пакетом Balenciaga, блядь. Плюс коллекция. В моей коллекции пополнилась на одну кружку. Вот такая вот кружечка у меня появилась. Я уже показывала, правда. Такая, не знаю. Такие я вроде нигде не видела в России, тем более. Вот такой тублер еще вчера докупила. Такой вот. Красивый. Евелония 192, спасибо вам огромное за 18 месяцев. Ой, вот такой вот тумблер. Вот такой вот. Красивый. Тут вот значок Starbucks. Ха-ха, тумблер. Посмейся, блядь. Это вообще телефоны, блядь, коллекционируют. Я в ахуе. Йосип 192.89, спасибо огромное тебе за саб. Вот такой вот Starbucksик. Ой, тумблер тоже. Стаканчик. Не понял, но взял. Знаете что, ребят? Вот на секунду его оставила, возвращается вот с таким телефоном. Поняли? Который вот так. Такой оп-оп. А он в 4 раза, блядь, не складывается. Это интересно. Книжка, да. И батин счастливый был. Я... Ну вот, а я счастлива при виде Starbucks. Тумблеров, точнее. Это потом все надо выбросить. Бля, он такой прикольный вообще. Z Fold, да. А ты, ку-ку.